В актовом зале школы номер 13 состоялось праздничное событие для учеников первых классов – посвящение первоклассники. В начале мероприятия юным девчонкам и мальчишкам объясняли основы школьной жизни и учебной деятельности. Также в шуточной форме совершали обряды посвящения, пили эликсир внимания и произносили клятвы, что не станут пропускать уроки, будут прилежными учениками и хорошо учиться. Также первоклассники принимали непосредственное участие в посвящении, показывали свои творческие способности, пели и танцевали. Традицией нашей школы является ежегодное посвящение первоклассников в ученики. На этом празднике ребята первых классов знакомятся с первыми азами правил поведения в школе и также как вести себя на уроках. И сегодня совместно с ГИБДД ребятишек мы посвятили в юные пешеходы, так как основы правил дорожного движения необходимо закладывать еще в раннем детстве. Помимо того, что юных учеников посвятили в первоклассники, они еще стали пешеходами. Школьная ЮИД-бригада из 5 класса выступила перед первоклассниками со своими наставлениями. Они преподнесли в легкой и непринужденной форме правила дорожного движения. Также мероприятие не обошлось и без инспектора по пропаганде ГИБДД Люции Хабибулиной, которая объяснила детям, почему важно соблюдать правила дорожного движения и какими могут быть последствия, если их нарушишь. Проводя подобное мероприятие, мы надеемся, что все участники дорожного движения будут соблюдать правила дорожного движения. За этот год по Республике Башкортостан зарегистрировано 313 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 16 детей погибло. В том числе из погибших были и пешеходы, и велосипедисты, и пассажиры. После всего изученного виновникам торжества вручили удостоверение пешеходов. Теперь первоклассники официально стали участниками дорожного движения. Сегодня меня посвятили в ученики. И еще я стала пешеходом. И мне подарили вот такую карточку. Я всегда соблюдаю правила дорожного движения. Анастасия Сафронова, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник».